Таковы некоторые подходы к воспроизведению церквей. А теперь давайте перейдем к региональным стратегиям, теме, в которой воспроизведение церкви является лишь частным вопросом. Давайте расширим фокус нашего внимания до масштаба целого города, целого штата или округа. Давайте задумаемся над тем, как основывать не отдельные церкви, а буквально пропитать тот или иной регион Евангелием путем формирования множества общин, так, чтобы этот процесс принял форму настоящего движения. Предлагаю обсудить несколько практических подходов. Первый из них характеризуется ориентацией на урожай. В данном случае вы благовествуете в одном городе, потом в другом, потом в третьем, и смотрите, где ваши евангелизационные усилия оказались наиболее плодотворными, где люди активнее всего откликаются на евангельскую весть покаянием и верой или хотя бы проявляют к ней живой интерес. Там вы решаете основывать общину, что вполне логично, поскольку можно потратить уйму сил и времени, благовествуя тем, кто ваши слова воспринимать не готов, в то время как где-то есть люди куда более открытые для благой вести. Здесь кажется уместным вспомнить слова Иисуса Христа, обращенные к Его ученикам. «А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или города того, отрисите прах от ног ваших». Если же в доме вас принимают, оставайтесь там. Мысль такова — ищите человека мира. В какой бы город или селение вы ни вошли, если вас приветствуют, если вам отворяют двери своих домов, особенно как человеку неместному, как пришельцу, знакомьтесь с теми, кто сможет представить вас остальным, кто сможет сказать о вас что-то доброе. Итак, согласно данному подходу, при прочих равных условиях следует выбирать тот регион, район города, деревню, селение, жители которого наиболее открыты для восприятия благой вести. Однако помните, что избранный вами метод благовестия может оказаться неуместным. Допустим, вы задумали провести массовое евангелизационное мероприятие, организовали его, а народ не пришел. Выбери вы другой способ евангелизации, например, евангелизационное изучение Библии или изучение Писания посредством рассказов, историй, как сказать, возможно, все было бы иначе, и люди откликнулись бы. Поэтому, прежде чем делать вывод о равнодушии у местного населения к благой вести, убедитесь, что вы доносите ее уместным, культуросообразным способом. Что же касается регионов мира, где благовестие, как правило, не находит почти никакого отклика, то там, возможно, потребуются иные решения. Следующий подход именуется стратегическим плацдармом. Знаете, как у военных? Для дальнейших действий в том или ином регионе они сначала создают базу. Войска высаживаются на нужной территории, закрепляются там, создают базу, а затем постепенно начинают продвигаться вглубь. Если проецировать такой подход на основании церквей, то выглядеть он будет примерно так. Давайте организуем по одной крупной церкви во всех крупных городах страны. А они уже, в свою очередь, займутся формированием поместных общин в прилегающих районах. Именно такую стратегию в 90-х годах выбрала Евангельская свободная церковь Германии. После падения Берлинской стены, когда открылись новые возможности для благовестия, вот они, земли Восточной Германии. Итак, решение было таким. Давайте определим там самые крупные города. На тот момент у Евангельской свободной церкви в Восточной Германии было порядка 20 церквей. Итак, давайте определим эти города, и уже в объединенной стране организуем в каждом из них церковь. Все эти города находились примерно в часе двух езды друг от друга. В целом, такой подход соответствует стратегии апостола Павла. Он основывал церковь, например, в Фессалониках, а потом переходил в следующий город, причем не обязательно ближайший, в надежде на то, что вновь созданные общины будут проповедовать Евангелие в своем регионе. В чем минусы этой стратегии? Отчасти в том, что новые общины могут испытывать дефицит общения с другими церквями по причине их удаленности.
Также была разработана и предложена модель кластерного основания церквей. Наиболее подходящий образ здесь — кисть винограда. Церкви предлагается насаждать не разрозненно, а вместе, на близком расстоянии друг от друга, в одной географической области. Таким образом, вы сосредоточиваете усилия на ограниченной территории и тем самым достигаете эффекта синергии. Общины появляются буквально по соседству и потому могут помогать друг другу и совместно учиться. Проходить обучение можно не по отдельности, а вместе. Евангелизировать можно не по отдельности, а вместе, в рамках совместного проекта. Оповещать жителей района или города о предстоящей евангелизации тоже можно сообща. Итак, кластерный подход способствует мобилизации усилий для достижения эффективности служения, формирует ощущение движения, так как задействует целый ряд церквей. Приведу пример. Из своего мюнхенского опыта. Пример может быть и не самый свежий, но зато это то, в чем я участвовал лично. Итак, мы занимались основанием Евангельской свободной церкви в Мюнхене. Первая община, своего рода плацдарм для дальнейшего служения, появилась там давно, еще в 1967 году. Собиралась она поначалу в арендованных помещениях, сначала на вокзале, потом в немецком музее. И только спустя какое-то время у церкви появилось собственное здание и развитая структура служений. Итак, эту церковь мы создавали с нуля, она была первой и базовой. Вторая община появилась только через 10 лет, в пригороде Мюнхена, довольно далеко от первой. В городе Фурстенфельбрук, километрах в 25 от центра Мюнхена, плюс километров 5 до самого городка. В самом Мюнхене сейчас проживает порядка 2,5 миллиона человек, то есть, простите, 1 200 000. И около миллиона человек живут в его пригородах. Так вот, смотрите, вторая церковь здесь появилась только спустя 10 лет. А еще через 10 лет была основана третья община, теперь уже на юге Мюнхена, в Оттобруне. Причем как раз тем способом, который мы с вами уже обсуждали. Пастор материнской церкви проповедовал в новой общине утром, а потом ехал в центральную церковь и выступал с проповедью там. Таким образом, новая община имела статус дочерней. Но что было дальше? А дальше было вот что. У пастора материнской церкви сформировалось определенное видение. Он относился к типу пасторов-катализаторов. Помните, мы о них говорили? Так вот, он был основателем-катализатором, у которого сформировалось четкое видение по организации в этом регионе целого ряда новых общин. И он начал последовательно воплощать его в жизнь, готовя к этому свою церковь. И вот что любопытно. Прибыв в Мюнхен в 1981 году, я познакомился с одной семьей из этого города. В то время общины там не было. Я пообщался со своими новыми знакомыми, которые были уже зрелыми христианами, и предложил подумать об основании церкви в их городе. «А зачем?» — сказали они. «У нас же уже есть центральная церковь, и служений там предостаточно. Мы ее создавали, а теперь еще одну? Есть ли смысл?» В этом направлении они даже не мыслили. Но буквально несколькими годами позже в их городе начинает формироваться община. И знаете, кто среди прочих этим активно занимается? Мои знакомые. Те самые, которые совсем недавно не видели в ней необходимости. Новый пастор заразил свою общину видением, помог ей осознать эту духовную потребность, побудил членов своей церкви заняться делом, участниками которого они себя никогда не видели. Ему все это удалось. И как только у пастора появились единомышленники, дело пошло в гору. Через 2 года в районе Штарнбергского озера тоже собралась группа верующих, и основанием церкви там занялся вышедший на пенсию пастор. Так появилась еще одна община. Спустя еще 2 года возникла наша церковь в Мюнхене. В ее организации я принимал самое непосредственное участие. Смотрите, каждые 2 года в регионе образуется новая церковная община. Вот это классическая дочерняя церковь, основанная группой из 30 миссионеров, членов материнской церкви. И все эти общины появляются в масштабе одного города, даже не в пригородах, как другие. Со временем мы все отчетливее понимали, что в городе-миллионнике должно быть больше церквей.
Еще позже, в 1993 году, опять-таки, спустя 2 года у нас образовалась партнерская церковь. Помните, это детище нескольких матерей. В данном случае община Фурстена Фельбрука и церкви на севере Мюнхена. Миссионерское ядро новой церкви было составлено представителями именно этих двух общин, а сама церковь располагалась в небольшом городке с населением 30 тысяч человек и была первой в том регионе. Надо сказать, что поначалу пастор Фельбрукской церкви оказывал в этом проекте основное содействие. А чуть позже у общины появился свой пастор, совмещающий служение и светскую работу. В деле финансовой поддержки община опять-таки старается проявить максимум изобретательности. Сначала она приглашает пастора, который вышел на пенсию, затем находит пастора, способного совмещать служение и светскую работу. Это может быть также иностранный миссионер, пастор материнской церкви и так далее. Какие-то варианты есть всегда. Прошло еще пара лет, и в 1995 году в результате совместного служения Центральной и Северной церкви Мюнхена появилась новая община в Дахау, о которой мы уже говорили подробно. Находилась она примерно в 45 минутах езды от города. Поскольку Мюнхен — город очень дорогой, особенно для многодетных семей с одним работающим родителем, позволить себе жить в нем может далеко не каждый. В шутку мы называем таких людей экономическими беженцами. Приобрести достойное жилье в городе им не по карману, поэтому они перебираются в пригород, поселяются там, а на работу продолжают ездить в Мюнхен. К слову, процентное соотношение детей к взрослым членам общины в той церкви было выше, чем во всех евангельских свободных церквях по всей стране. То есть большая часть семей были многодетными, в каждой четверо, пятеро детей. Поэтому детское служение стало одним из главных. Итак, в новом месте появилась новая община. Детище двух материнских церквей. А вскоре и в восточной части появилась еще одна церковь в рамках описанной выше модели и порожденная уже 3 церквями. Члены этих 3 общин, жившие в одном районе, стали собираться для совместного изучения Библии и стали постепенно создавать свою церковь при поддержке всех 3 материнских общин. Это происходило в 2001 году. 2006 год. Эта церковь помогла одной удочеренной общине — небольшой группе христиан из маленького соседнего городка, которая обратилась за помощью, желая основать собственную церковь. Содействие было оказано. 2007 год. Новая церковь образовалась в самом городе. Поначалу ей пришлось нелегко. Приходилось арендовать зал в местном кинотеатре. Общины в Германии часто поступают так и по сей день, собираются в кинотеатрах. Это очень удобно, поскольку утренних сеансов в воскресенье там, как правило, нет. Так что вариант был более чем подходящий. Надо сказать, что территориально она располагалась близко к первой церкви, основанной в 1967 году, однако была ориентирована на иной контингент людей. Окрепнув, эта община в 2012 году стала материнской еще для одной церкви к югу от центра города. Итак, что же мы здесь видим? Мы видим нарастающую динамику, синергетическое слияние служений разных церквей, их взаимодействие, их репродукцию по мере собственного роста и развития, что в совокупности создает эффект целого движения. Пресвитеры церквей регулярно собираются на общие встречи, проходит совместная подготовка и обучение служителей, организуются совместные встречи молодежи. Все, что церкви делают сообща, приносит гораздо больше пользы и дает гораздо лучший эффект. Будь то благовестие или музыкальное прославление. Это часто именно совместное служение, но самое главное — это ощущение особого ДНК такого движения. Каждая новая церковь с момента своего образования была ориентирована на дальнейшее воспроизводство. Иначе говоря, основание новых общин ожидалось не только от материнской церкви. Необходимость личного участия, непосредственной помощи в основании новых общин осознавали все церкви. И это прекрасно. Особенно если учесть, что речь идет о регионе с выраженным влиянием католической церкви, о регионе не в высшей степени открытом для восприятия Евангелия. Но вопреки всему, основание церквей здесь превратилось в движение. Возможно, не в такое мощное, как в других частях мира, но для Германии это существенный результат.
Поддержите ТВ-семинарий молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Других примеров тоже достаточно. Например, так называемое движение «Встреча с Богом» в Лиме, Перу. В самом начале оно получило серьезную финансовую поддержку и стало развиваться фактически с одной единственной уже существующей церкви. Миссионеры провели крупную евангелизацию, занялись работой с новообращенными, основали большую церковь католического типа, которая впоследствии стала материнской для других общин. На этой диаграмме вы видите, что все это происходило в 70-х годах. Движение набирало силу, и вот такие цифры получились уже к 1986 году. Дальше цифры выросли еще больше, и представление о масштабе движения они давали вполне конкретное. Есть и более современные данные, но в общем и в целом это был такой крупномасштабный проект по насаждению многочисленных городских церквей. Он и воплотил в себе кластерный подход с присущими ему характером движения, посвященным отношением к делу и нацеленностью на результат. Нам это под силу Богу. Мы пойдем по вере, если Бог благословит наши усилия, мы сможем многого достичь. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.